Здравствуйте все те, кого волнует качество дистанционного обучения. С вами я, Юрий Белоножкин. Как часто мы комментируем коммерческую рекламу? Да никак, просто пропускаем ее. Но на днях я обратил внимание, как активно обсуждали рекламу платформы Sferum для дистанционного обучения или в простонародье Distanta. В комментариях к рекламе от издания Мел можно увидеть немало вариантов негатива, которые отражают боль родителей. Если критику санитарно-медицинского характера можно считать объективной, то для нас интересна главная претензия субъективного характера. Это низкий интерес к дистанту у учеников. Эмоции, реакцию восприятия, пишет Валентина Гордеева, невозможно изменить. Можно согласиться, проблема восприятия и эмоций действительно существует. И показать суть этой проблемы я хочу при помощи одной картины. Работа Тимофея Соколова «Мальчик будет перышком сидящего товарища» — одна из самых загадочных картин Третьяковской галереи. Это единственная известная картина художника. Впрочем, и о самом авторе картины почти ничего не известно. Устав от чтения, мальчик заснул. Сумеем ли мы найти то перышко, которое сможет разбудить интерес в онлайн-обучении? Сегодня я хочу затронуть только одну тему, связанную со всем известной говорящей головой. Точнее, с психологией ее восприятия. Обычно говорящая голова в наших обсуждениях имеет негативный смысл. Речь идет о сравнении с тем, что мы привыкли видеть в реальности, а точнее в пространстве. А говорящая голова в онлайн показана плоско, в ограниченном пространстве. И это вызывает у нас дискомфорт. Так не бывает. И это визуально скучно. Этот вау-эффект давно используется в кино и на телевидении. Мы видим пространство, в котором течет жизнь, и не можем оторваться от этой оптической манипуляции. Очень трудно искать в темной комнате черную кошку. Особенно, если там ее нет. Разумеется, если показывается и сама суть. Я. В результате мы видим то, что невозможно было раньше представить. Боже мой, какая чудовищная провокация! Физически, находясь дома, я виден в громадной телевизионной студии. Да, это прием визуальной провокации, известный голливудским мастерам кино и в целом на телевидении. Захватывающий показ сразу переводит лекцию из категории интересных в категорию не забывай. Ну как? Годится. Вполне годится. Теперь даже в небольшой квартире появляется богатый интерьер, летающие дроны с камер. Как долго я тебя искал? 8 дней. Как долго я тебя искала? Телевидение перевернет жизнь всего человечества. Да вы что-то разгорячились. Ну вы, блин, даете. События марта 2020 года поставили все образовательные... Плоские, статические возможности вдруг превращаются в объем и движение. Изменение высоты, направления и скорости движения камеры могут быть любыми. Можно показывать экран со слайдами, с другим выступающим, с другим видео. При любой съемке всегда есть два образа. Тот, который видит глаз в реальности, и тот, который может увидеть камера. Эти две картинки в реальности и в камере психологически отличаются очень сильно. А вот вы вспомните мои слова через 20 лет. Ну, через 20 лет вообще все по-другому. Не так-то уж это и много 20 лет. Ну, через 20 лет я уж старушкой буду. Поверьте мне, в 40 лет вам будет казаться, что вот теперь только и начинается ваша жизнь.
Именно в этом и есть суть эффекта дополненная реальность. Увидеть то, что камера показать не может. Движение камеры наездом из глубины вызывает ощущение доверия. Зритель не замечает камеры и сам становится участником происходящего на экране. Отдаление от объекта съемки вызывает обратное ощущение, завершение происходящего. Съемка в перспективе создает ощущение масштабности происходящего. Разного рода объекты в кадре создают захват внимания. Любое изменение в кадре подсознательно заставляет глаза реагировать на происходящее. Это основано на рефлексе человека – реагировать на то, что движется в природе. Организация работы дистанционного этапа Балтийского научно-инженерного конкурса в 2021 году расскажет Андрей Андреевич Потемкин. Монтажные склейки позволяют делать незаметными оговорки и дубли в записи, если выступающего показывать с разных ракурсов. Также помогают при стыковке кадров и использовании так называемых перебивок и кадровых переходов, транзишн. Сегодня у нас в гостях замечательный человек Михаил Григорьевич Брысов, мой друг, мой френд. Как настроение, Михаил? Удачный выбор направления взгляда создает эффект, иллюзию живого присутствия собеседников в одном месте. Изменение крупности плана происходит не случайно. Каждый план вызывает у зрителя непрерывное сопоставление того, что было, с тем, что стало. Известная с 30-х годов монтажная теория Льва Кулешова до сих пор считается мировой классикой кинематографии и телевидения. На ней построена вся голливудская практика кинематографии. Лепота. Но за красоту! Использование группового видеозвонка по скайпу дает возможности участия в этой студии нескольким собеседникам сразу. Чтобы перенести выступающего в дополненную реальность, достаточно записать его на зеленом фоне. Сегодня это доступно даже для домашних условий. Лучше записать фигуру стоя, но можно ограничиться и поясной фигурой. Поведение на зеленом фоне перед камерой поначалу кажется сложным, однако короткие тренировки позволяют быстро перейти к качественному результату. Обычно это прямой взгляд на зрителя. Суфлер не обязателен. Вполне уместно держать в руках заранее подготовленный текст или тезисы. Гораздо сложнее выработать, казалось бы, несложную привычку делать матирование лица при помощи дешевой тональной пудры, кисточки или кусочка ваты. Зато на лице не будут видны неприятные блики от света. Для устранения бликов фотосветителей на стеклах очков также есть несложный прием, который никогда нельзя забывать. Просто поднять концы дужки очков чуть выше над ушами. Про мимику и другие невербальные приемы говорить не буду, об этом много раз говорила с другими. Также не буду говорить про механизмы публичной речи. Они важны, как и на обычных занятиях в офлайн. Отмечу лишь, что в онлайн все недоработки на этот счет будут видны более выпукло. Зато методами монтажа часто их можно скрыть и сделать дубль. Таким образом, можно добиться идеального исполнения надолго запоминающегося занятия. Попрошу внимания, делайте, пожалуйста, умные лица. Если это съемка стоящей фигуры, то для придания еще большей естественности будет хорошо выступающему делать шаги, поворачиваться корпусом в сторону слайдов, делать указывающие движения руками. И еще кое-что. Ты можешь стать немного веселей?
Жестокое выражение лица – это вчерашний день. Ты похож на Франкенштейна. Улыбайся иногда. Смайл. Улыбаться. Да, улыбайся. Смотри. Уже неплохо. Тебе надо потренироваться перед зеркалом. В сочетании с продуманной сменой крупности планов можно добиться еще большего эффекта. Крупность планов по Кулешову очень проста. Деталь – фокус на отдельном небольшом предмете или части лица, глазу и брови, когда нужно подчеркнуть важный эмоциональный момент выступления. Крупный или портретный формат – над головой только небольшой зазор, под ней верх плеч. План хорош для эмоционального вовлечения зрителя. Огласите весь список, пожалуйста. Этот список невелик и состоит всего из 5 решений. Он включает в себя программу для создания виртуальной реальности, программу монтажа записанного видео, графического редактора, веб-сервиса для создания заставок и сайта с бесплатными нелицензионными коллекциями музыки и звуков. Можно использовать и еще одну, и другую, например, программу для обработки звука. Это действительно новое слово в науке и технике. Прекрасная новость состоит в том, что среди программного обеспечения для создания дополненной реальности есть одно, за которое можно не платить. Это венгерская разработка Oximetry. Ее можно скачать в 2 версиях, так называемой комьюнити для общего пользования. Одна версия DE предназначена для использования другой программы Unreal Engine, но без нее можно вполне обойтись версией SE. В составе программы есть набор из 4 готовых студий, некоторые вы только что видели. Есть подробные текстовые и видеоинструкции по работе с программой на английском языке. Также доступен открытый форум, в котором даются ответы на вопросы любых пользователей. Инструкции легко переводятся на русский язык автоматически. Я освоил программу за 40 часов. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Кроме подготовки планов съемки, потребуется сделать сам монтаж. Всегда надо что-то вырезать, что-то добавить поверх кадра, добавить переходы и перебивки, начальную и конечную заставку, добавить звуковые эффекты и музыкальный фон, элементы анимации, фигуры, подписи для выступающих. И все это можно делать в домашних условиях. Например, с применением несложной программы Camtasia Studio. За красоту. Немного за красоту перебивок между стыками. Начальных и конечных заставок, без которых трудно представить ни один фильм или телепередачу. Они создают настроение при просмотре. Их стали часто употреблять в учебном видео все популярные платформы онлайн-обучения. Я рекомендую бесплатные возможности сервиса из Великобритании Videos. В платном аккаунте за $40 в месяц можно получить больше готовых шаблонов, но я обхожусь бесплатными. Научиться можно самостоятельно их создавать при помощи инструкций или даже вообще из них, интуитивно. Кириллицу поддерживает почти во всех шаблонах. Без воза, без дно. То есть даром. А, даром. Понятно. На сайте Звукограмм коллекции музыки и звуков так богаты, что могут увлечь новичка не на один час. Киса, я давно хотел вас спросить, как художник, художника, вы рисовать умеете? Я не учился рисованию, но много лет использую графику и графические редакторы. В последние годы я уже не использую платные программы,
так как меня вполне устраивает бесплатная программа на русском языке Paint.net. Теперь мы знаем, где Флинт спрятал свои сокровища. Конечно, одних технических приемов и программ недостаточно. Настает самый тонкий момент творчества – режиссуры. У меня профессия тонкая и нервная, я ведь этих окликов не люблю. Если хочешь указать на ошибки, то сначала похвали, мерзавец. Перечитав по советам друзей из Фейсбука массу книг по режиссуре, теории съемки и монтажа, мне стало легче разбираться в стилях и жанрах, понимать смысл сопоставления кадров. Я советую всем тоже потратить на это время. Некоторые ссылки отдам всем желающим. Становится скучновато. Такое чтение резко меняет и общее представление, и этапность работы режиссера. Что это было? Это был показ возможностей для создания запоминающихся и увлекательных учебных книг, проведения онлайн-конференций и даже стриминга в прямом эфире. Так, кто это сделал? Это все было освоено после многих лет поиска решений при обучении в онлайн. Многие знают меня исключительно как специалиста по Moodle. Хотя при этом я давно создаю собственное учебное видео. Возможно, мой показ окажется полезным и для вас. Буду рад и вашим вопросам, и критике, и готов помочь в создании такого пластического видео для вас. А чё у него так всё получается хорошо? Чтобы научиться пластической видеографии, нужно сделать выбор, есть ли в этом смысл и стоит ли ему посвящать свои ресурсы. Желаю, чтобы все. Я желаю, чтобы все желающие научились создавать запоминающиеся видео, которое, как то самое перышко, не даст уснуть вашему зрителю и доставит ему и радость, и пользу. Или объединиться с теми, кто вам поможет. Чего, я хуже людей? Да, я могу обучить всему тому, что я знаю. Как выбрать стиль, жанр и составить сценарий, провести съемку себя или ваших собеседников даже в домашних условиях. Обучить монтажу и так далее. И того, и другого, и можно без хлеба. Можно и без хлеба. Без всего того, что не требуется именно для вашего. Для этого достаточно провести небольшую диагностику для вашей конкретной задачи. Ну и сколько можно ждать? Срок обучения всегда индивидуален и зависит от уровня подготовки, технических возможностей, упорства и желания создать свой шедевр. Но примерно через несколько занятий, в течение месяца, вы станете сами себе режиссером и монтажером. Ничего. Никаких специальных знаний вам вначале не потребуется. Но хорошо бы знать, что такое горячие клавиши, что такое файл, основные приемы работы с операционной системой, такие как окно, изменение его размеров, его свертывание и развертывание, что такое панель задач. Думаю, такие знания у вас есть. Ну, за встречу. Нет, это не последний мой опыт. Я всегда буду делиться моими другими, старыми и новыми работами. Не все из них я имею право полностью показывать по требованию моих заказчиков, но фрагменты показывать буду. Спасибо за внимание к этому перышку и до новых встреч. I'll be back. Я вернусь.